Из Харькова с золотой медалью вернулся боец Нацгвардии Максим Яхненко, участник которого занял первое место на чемпионате мира по боевому двоеборью. В своих умениях он превзошел военных из 14 стран. Спортсмену не помешала даже боевая травма. Несмотря на недавнее пулевое ранение, на соревнованиях одессит лучше всех стрелял и дрался. Во время АТО я получил ранение, пролежал месяц в госпитале. И потом долгий путь прошел к восстановлению, чтобы начать обратно тренироваться, заниматься. Потом обратно АТО. Соперников было тоже много. Первый тур был стрельба, так как это боевое двоеборье. Второй тур – рукопашный бой.